Всем привет! Пришла посылка, подарок от Дениса Трофимова. Должна была прийти 19 числа в день рождения мне. 21-го, не дождавшись уведомления, заходил сам сейчас на почту. Ничего страшного. Лучше поздно, чем никогда. Будем смотреть, что внутри. Ладно, потом почитаю. Главное показать. Так. Ножницы или это? Резина. О. Читать я ничего не буду. Фирму я такую не знаю. Вектора. Эти штучки резинки. Брохостики. Короче, много всего. Еще зелененький. Так, вот кто-то пробунта. Диаметр 0,16, 6 ливров. Здесь. Это тоже кто-то пробовал. А, молотил. Очень не знаю. Полно. А, полосковый материал тоже, короче говоря, пойдет такое дело. Фигурашки. Разных весов. И спрей для смазывания плетенки. Просто мы с ним говорили, что мне его не достать. Он сказал, что я обещаю, что пошлю, вот она есть. Силиконовая. То есть, вроде бы все. Нет. Еще не все. Фигурашки еще остались. Теперь точно все. Вот такие вот ништяки. День рождения. Теперь я буду без камер разглядывать это все и подробнее. Всем пока.